Сегодня в этом зале собрались люди с добрым сердцем и прекрасной душой. Все, кто занят гуманным делом – помогать людям. Центр социального обслуживания нашего города проводит огромную работу с населением. Подтверждением тому – приглашение руководителя центра к президенту России Владимиру Путину. На сегодняшний день семей, нуждающихся в социальной помощи, 1058 человек, отмечает в своем докладе заместитель руководителя центра социального обслуживания Эмма Багаудинова. Здесь функционируют 12 отделений, три из которых осуществляют социальное обслуживание на дому. Имеется при центре и отдел дневного пребывания. Осуществляется выезд узких специалистов на дом. Отделения центра укомплектованы квалифицированными кадрами. С целью реализации программы «Старшее поколение» специалисты центра систематически проводят подворные обходы с целью выявления пожилых граждан, инвалидов, нуждающихся в социальных услугах, и составляют на них необходимую документацию для последующего принятия на обслуживание. Однако, несмотря на колоссальную работу, все-таки имеются небольшие проблемы. К примеру, отсутствие социальных магазинов и социального такси, говорит Эмма Багаудинова. С приветственными словами в адрес социальных работников выступила глава администрации Курипер Саидова. От лица главы муниципального образования она поздравила всех присутствующих. «Мы часто говорим о необходимости увеличения заработной платы врачей и учителей, но сюда еще нужно отнести социальных работников. К сожалению, сегодня их труд оплачивается не так, как хотелось бы, потому вы особые люди. Что касается социального такси, над этим вопросом мы будем активно работать», – пообещала глава администрации. «Контингент людей может при такой мизерной заработной плате работать с пожилыми людьми, которые нуждаются каждый день. И вашим не только профессиональной поддержке, но и духовной поддержке, большого тепла требует от вас. Поэтому я понимаю, что сегодня в этом зале не все работники социальной сферы собрались. У нас есть и работники Центра социальной помощи семье и детям, который возглавляет Гаджан Агарович, тоже проводит очень большую работу. После торжественных речей перешли к награждению наиболее отличившихся работников и начали, конечно, с ветеранов этой службы. Моя коллега. Холодаева Патимат Нукадиевна. Благодарственные грамоты социальным работникам вручила и председатель Союза женщин Таисия Магомедова. Награждается директор центра Магомедова Патима Каджиевна за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную работу в области социальной защиты населения и в честь Дня социального работника. Поместите ваши фотографии. Лично мне было. Ну а самым запоминающимся этого торжественного собрания, безусловно, явилось выступление хора ветеранов Каспийска. Горный край наш Дагестан, всех веков свидетель ты, ты красивей многих стран, и как солнце светил ты. Анжела Рахимова, Гайдар Рамазанов, новости Каспий ТВ.